не скажу, что холодное воскресенье. Тут так пустынно, никого нет, и все спят. Я только что вывалилась из кровати, хотя уже ближе к 11 утра. Я просто не стала вчера ставить будильник. Ай, надеюсь, ветер вам не очень мешает. Я тут изо всех сил камеру закрываю. Вот, я не стала вчера ставить будильник и проспала до 10. И вот сейчас пошла гулять собаку. Вот еще раз сейчас спит. Иду я вот, снимаю свои фотогеничные ноги. За мной только что из-за кустов подглядывал ребенок. Поэтому я даже не знаю, разворачивать камеру или нет. Ну, попробую. Но это было смешно, такой мальчик. Так, я иду снова встречать своего друга, который не появляется в моих влогах. Мы с ним идем сегодня на Warcraft в кино. Я хочу, чтобы мы сейчас зашли в магазин, я хочу купить своему мороженое. Я опять его хочу. Такое. Не помню, экстрем это не трубочка, короче, покажу. В этот раз. Смотрите, как много сирени. Вообще, столько кустов. Красиво так. Большой остался дома. Отдыхает, спит. Погода лучше, лучше. Уже солнышко выглядывает. Только я забыла солнечные очки. И это не есть хорошо. Потому что хочется их надеть. Да блин. О, еще сирень. Ароматы тут какие, ароматы. И вот еще. Обалденно. А я вон куда иду. Тропиночка. Ну, это не совсем то мороженое, но похоже на то, что я хотела. Мы идем покупать билеты, а потом посмотрим, что там происходит за кинотеатром. Там какой-то праздник. Мокро! В детстве я мечтала научиться ходить на ходулях. Знаю в белой футболке и вот еще, блин, они все одинаковые там. Справа стоит самая крайняя. Это сестры.
ты знаешь, о чем думаешь, ваша любимцы? О, я так по ней скучаю. Давай лови! О, можно на слона кольца покидать. Опа! Такой с полуметра. О, мыльные пузыри можно купить. Держи. Объясни ситуацию, что происходит. Алиса хочет купаться. Потянула к воде. Хочу. Так вперед! Что ты говоришь? Хорошие фотографии получились с тобой. Да. Жаль, не видно, как она снимает. Так, навел. Вот я, когда у него широкий. Да я через месяц. Мы с Рексой вышли погулять. Уже вечер. Я уже очень давно дома, я пришла домой, приготовила ужин нам с Алишером и села работать. И у меня вообще уже мозги кипят, потому что я полезла разбираться с Google AdSense. Это такая система, с помощью которой можно выводить деньги с YouTube. Ну, это система, которая единственная позволяет это. Ой, короче, я запарилась, я вообще ничего не понимаю. Я, по-моему, там нарушила правила, и меня вообще могут заблокировать. Короче, там должен быть один аккаунт, и там его как-то надо подтверждать, переподключать. А у нас же много каналов, у меня их 4 или 5. И когда подключаешь там YouTube к этой системе монетизации, он каждый раз просит создать аккаунт. И я, походу, создавала целую кучу аккаунтов, потом как-то вообще рандомно переподключала там, когда он приставал ко мне, потому что у Google очень дебильная система переключения между аккаунтами. Его глючит все время. В общем, я нашла, где лежат денежки, которые у нас с канала Зазеркалье. Но это хорошо, потому что это... Ну, как бы там у нас немножечко есть на других каналах. Вообще копейки. Вот, и... Я не понимаю, где у меня деньги с влогового. И у них в техподдержку написать нельзя. Они ее закрывают. Типа, пишите на форум, где вам другие пользователи будут отвечать. Ну, вообще шикарно, я там написала пост с 7 вопросами, мне пока еще никто не ответил и вряд ли ответит, потому что это же... В общем, я сижу, и там такой дизайн идиотский, ничего не понятно. Ужас просто. Ну, собака, ну давай мы останемся тут, хорошо. Ты останешься, я там уходу. Вот. Что такое? А из хороших? Ну, Рекса, я так сердитая, пойдем. Из хороших новостей. Мы пока гуляли, я решила на всякий случай заглянуть в зоомагазин, где я последний раз расплачивалась банковской карточкой своей, которую я потеряла. Что вы думаете? Я действительно забыла ее в зоомагазине, мне ее отдали. Я ей уже успешно пользуюсь. А вообще у вас, наверное, возникнет резонный вопрос, типа там, как много вы зарабатываете на YouTube, а вы с Мариной создали каналы, чтобы зарабатывать. Каналы у нас все для развлечений. Есть, знаете, люди, которые создают канал для того, чтобы зарабатывать. Есть те, чтобы что-то интересное рассказать. А есть те, кто хочет стать известными. Вот я в первую очередь из тех, кто хочет что-то рассказать. Мне интересно делать видео. Во вторую очередь я бы хотела быть известной. А в третью это какие-то копейки. Реальные это копейки, настоящие. Которые капают... за просмотры. Вот. Так что приятно и полезно. Можно совмещать немножко. У нас тут милиция почему-то стоит. Сейчас собака будет психовать. Короче, попрощаемся. Ребята, пришло время прощаться. Я не успела смонтировать влог, потому что занималась делами. Буду завтра делать
ударными темпами влоги, видео на зеркале и вообще все подряд. Вот, давайте увидимся с вами завтра. Завтра будет отличный день. Всем пока-пока!